Привет! Всех приветствую на моем канале Марафон здоровья и разговорный марафон. Да. Опять лес, опять хорошее настроение. Опять я хожу и разговариваю. Значит, 2300. Нет. Не надо уменьшать свои рекорды. 325-й день моего марафона. О, уже сложно вспомнить. До этого момента как-то я легко говорила. Сейчас уже задумываюсь, какой день. Да. Вот столько дней я хожу. И эту ходьбу называю марафоном. Ко всем еще пристаю, говорю, уговариваю. Выходите на ходьбу. Это супер. Ну, если вы хотите выйти и побегать, то выходите, бегайте. Но только обязательно изучите, как правильно дышать, когда бегаешь. С ходьбой все проще. Идешь широким шагом. Пятки на носок перекатываешься, руками машешь. Это супер. Сегодня... Я так и знала, что сегодня сложно будет найти укромное место, чтобы записать свой видеоотчет. Почему? А вот об этом и поговорим. Почему? Разговорный марафон. Да, значит, сегодня первое число. Вчера я ходила вообще 5 человек только встретила за все время, пока я ходила. 5 человек. Да, при такой плотности населения, да. И это были все с собаками, которыми нужно. С которыми нужно выйти погулять обязательно с собачками. Вот. Ни на скандинавских, ни бегунов, ни ходунов, никого не было, одна я. И почему? Ну, все, я догадалась. Я долго шла и думала, догадалась. 1 сентября на носу было вчера, да? И все, что все кинулись собираться в школу. Ну, я не знаю, что они кинулись сделать, но никого не было. Сегодня 1 число. Сегодня... Бегают. Вот здесь дорожки такие, где бревнышки всегда люди натаскивают, чтобы машины не ездили. Здесь я как-то иду. А в других местах нельзя пройти. Все бегут. И что это значит? 1 число. И я замечала, что с 1 числа столько людей, которые решаются. Вот, с 1 числа я начну что-то делать. Да, и 1 января куча людей. Ну, вообще, просто с любого месяца 1 числа очень много новых людей, которые начинают бегать. Молодцы, да? Но потом их, конечно, редко кто остается. Ой, почему это так? Ну, кто-то уже начал. Для кого-то уже настало это завтра, которое обещают. Вот завтра начну. А вообще, как правильно говорят сейчас вот это вот разговоры всегда про это завтра все обговаривают. Ну да, действительно, завтра никогда не настает. Вот. Ты говоришь, я буду завтра. И просынаешься, а это же уже не завтра, это же сегодня. И как всегда, никуда. Никуда не решаемся. А чего я про это говорю? Ну, мне же тоже что-то нужно начинать делать. Ну, ходить я начала, да? Ну, начала упражнения делать, которые вот советовала практики. Я думаю, что это будет супер. Вот. А еще полно чего нужно начинать, да?
чего? Учиться начинать, да? Ну, вы знаете, что учиться в нашем возрасте – это супер полезно. Супер! Профилактика всяких страшных, не будем называть, болезней. Так что давайте, подсказывайте темы. Чему можно учиться? Да. А я как-то покажу упражнение, которое я уже начала делать. Упражнение для мозга. Нет, смеюсь, да? Ну, действительно, это физические упражнения. Они не сложные, но они очень-очень полезные. Значит, как-то надо селфи-палки, палку научиться ставить и научиться записывать. Вот, о чем я говорю. Чему там учиться? Да всему подряд нужно учиться. Так, а у меня рюкзак опять полный. Нарвала подругам, подружкам своим вырезка. Взяла специально ножницы, потому что он жесткий. Вот. И нарвала, да, нарезала. Теперь мои подружки будут все в порядке. А что, вырезка нервы успокаивает. Ну вот, поуспокаиваем нервы вместе с подружками. Пойдем запишемся на какие-то курсы. Я вот не знаю, сейчас... Сейчас все на удаленке. На удаленке не то. Вот, если просто брать и учиться, это гораздо, гораздо лучше. Вот. Так что жду предложений, кто, чем можно заняться, да? Что начать изучать. Вот. А впереди уже много бегунов. О чем я говорила? Первое число. Все бегают. Так что я буду прощаться. Пока-пока.